будьте тоже молитвенниками, присоединяйтесь к нашей молитве. И если вы можете молиться вслух, молитесь. Если не можете, присоединяйтесь к этой молитве в своем сердце. Но, пожалуйста, давайте мы будем вместе, давайте мы будем в единстве, и в духе мы в единстве сейчас. И даже если вы смотрите этот эфир в записи, знаете, это происходит прямо сейчас. И эта молитва случается сейчас в вашей жизни. Давайте будем молиться. У нас есть целых 7 минут. Денис, давайте вы начнете, Владислав, продолжите, я завершу. Молимся мы... Мы молимся за людей, которые, возможно, пережили такое, какое-то такое оскорбление, вот этот удар в щеку. Или, может быть, сами нанесли этот удар кому-то. Mm-hmm. Вот. Кому-то, может быть, нужна помощь, чтобы справиться с этими эмоциями. Или чувство вины, может быть, человек обложит. Я верю, Дух Святой вам подскажет сейчас. Спасибо за вашу уверенность. Mm-hmm. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе за возможность сейчас стоять здесь, молиться. И мы сейчас соглашаемся в молитву за тех людей, которых мучает обида, которых она держит в тисках, держит в заложниках. И мы молимся, Боже, чтобы Твой свет, Твоя любовь, Господь, она пришла в эти сердца. Да. Аллилуйя. Пусть всякий дух злой оставит людей во имя Иисуса Христа. Боже, мы молимся о том, чтобы совершенная любовь изгнала всякий страх в сердцах тех, кто сейчас загнан в угол страхом, что им причинят вред, что они останутся одни, что им никто не поможет, что у них не будет обеспечения или еще чего-то. Господь, мы молимся, посети их прямо сейчас. Дух Божий, каждого, кто сейчас переживает состояние обиды, каждый, кто пережил какое-то надругательство над собой или насилие, аллилуйя, мы знаем, Господь, что Ты Отец всякого утешения. И Ты знаешь ключ каждому человеку. И мы молимся о сверхъестественном чуде прямо сейчас. Пусть оковы падут, пусть цепи будут разрушены во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы высвобождаем это слово и молимся, Господь, о радикальных переменах. Аллилуйя. Пусть Твой мир, Твоя благость, Твоя любовь, она наполнит сердце этих людей. И пусть всякая тьма отступит во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Господь, я молю Тебя о мудрости для всех нас, о том, чтобы наше мышление, наше сердце было христоцентричным, чтобы мы смотрели в первую очередь на себя, и смотря на себя, мы оценивали сквозь эту призму святую, праведную и себя, и всех остальных людей. И я молю тебя также о том, чтобы и наши оппоненты, если они христиане и пребывают с нами в каком-то конфликте, тоже в первую очередь смотрели на Христа. И потом уже, исходя из этого мировоззрения, мы решали наши конфликты, Господь. Прошу Тебя также о том, чтобы нам доставало мудрости, пребывая не в неизбежных конфликтах с окружающими людьми, все-таки понимать, что они таковы, и мы таковы, потому что мы греховные, и это должно наше сердце менять и делать нас более милосердными, более добрыми по отношению к этим людям. И помнить о том, что в каждом человеке, вне зависимости от того, что он говорит, что он делает, и насколько принципиально, фундаментально он с нами не согласен, в нем все равно есть образ Божий, и мы должны помнить об этом и обращаться в первую очередь к этому все еще тлеющему, может быть, порушенному, разрушенному, извращенному, но образу Божию в этом человеке. Верю, что это поможет нам преодолевать многие конфликты с окружающими людьми. Аминь. Отец Небесный, спасибо Тебе за Твою любовь, которая так объемлет нас и объемлет каждого человека. Я молюсь сейчас за тех людей, которые чувствуют тяжесть в своем сердце, которые понимают сами, что что-то было сделано не так, где-то была нанесена рана и, может быть, серьезная рана его душе. Я молюсь за вас, чтобы исцеление пришло не только... чтобы исцеление приходило не только в ваше тело, но и в вашу душу, чтобы ваша душа также была исцелена во имя Иисуса Христа. Часто порой бывает какая-то обида, которая как заноза, которую не удалили. Она просто остается и приносит много дискомфорта, боли. И просто в какой-то момент даже человек может продолжать как-то жить, существовать, функционировать, но как будто бы какой-то части его как будто не хватает. Я сейчас молюсь за вас и соглашаюсь со всеми нашими зрителями, со всеми, кто молится сейчас с нами здесь в студии, чтобы всякая причина этой обиды, всякая причина этой боли, причина этой раны, чтобы она была удалена во имя Иисуса Христа. Если вдруг, может быть, вы получили этот удар в щеку, про который говорит Иисус,
И вы не нашли в себе сил, не нашли в себе достаточно зрелости, чтобы верно отреагировать на это, и это ранило вас. Мы молимся сейчас за вас, чтобы в этот, сейчас, в этот момент, это пришло исцеление в вашу душу во имя Иисуса Христа, чтобы пришли изменения, чтобы начался процесс исцеления во имя Иисуса, чтобы причина была удалена во имя Иисуса Христа. Мы молимся также за тех людей, которые, может быть, сами поступали так или поступили с кем-то и сейчас уже понимают, что невозможно что-то исправить, что-то изменить, может быть, кого-то уже не стало. Мы молимся о том, чтобы благодать Божья, чтобы Божья любовь, чтобы она восторжествовала просто над тем чувством вины, над тем чувством самоуничижения, которое, может быть, дьявол просто впихивает и впихивает в ваше сердце. Мы молимся, чтобы вы получили полную свободу от этого во имя Иисуса Христа, чтобы легкость в Духе Святом была внутри вас, чтобы любовь Божья была внутри вас во имя Иисуса. Мы молимся об этом. Мы молимся, чтобы Божьи чудеса происходили в вашей жизни. Кто-то, возможно, ходит с обидой уже многие годы, может быть, вы чувствуете, что бродит какая-то злость, ненависть к каким-то людям, которые сделали вам больно, которые поступили с вами несправедливо. Мы молимся сейчас о том, чтобы вы сейчас получили исцеление, или чтобы начался процесс исцеления, чтобы на вашем пути появились люди, которые смогут вам помочь, которые смогут вас вести. Наставники, их много, на самом деле. Писание говорит, много наставников, мало отцов, но и те, и другие, они есть. И мы молимся, чтобы они появлялись на вашем пути, которые смогут привести вас к нужным результатам, которые смогут обратить ваш взор от вашей боли к тому, кто может вас исцелить, к тому, кто может изменить полностью ситуацию во имя Иисуса Христа, чтобы ваше сердце изменилось, чтобы ваша душа получила исцеление во имя Иисуса Христа. Мы благословляем вас. И да будет вся слава и честь нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. 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 Что ж, друзья, мы говорили о такой теме, как «подставь щеку», и, конечно, мы пришли, конечно же, к той мысли о том, что это оскорбление, и так или иначе, но мы переживаем это. И, знаете, Писание говорит так: «вникай в себя и в учение». И это то, чем мы должны заниматься. Мы должны видеть, что говорит Христос, что нам говорит Библия, что говорит Писание, и соответствуем ли мы этому, и наше сердце. Когда вы едете по дороге, и вас подрезала другая машина, или вдруг резко остановилась, что вы чувствуете внутри себя? И что-то, конечно, всплывает бесспорно, и потом мы каемся или не каемся, но так или иначе реакция происходит. Я верю, что Бог на вашей стороне, что Он за вас. И Он хочет, чтобы вы росли, чтобы вы становились более зрелыми, чтобы вы становились более взрослыми в духе и приближались к Нему. И да благословит вас Господь в этом вашем пути и вашем искании.